Комиссия Народного совета Донецкой Народной Республики по контролю за распределением гуманитарной помощи, поступающей из Российской Федерации, была создана с целью рационального распределения помощи в начальных стадиях и дальнейшего ее контроля. Главная задача членов комиссии состоит в том, чтобы проследить, насколько своевременно гуманитарная помощь доходит до конечного потребителя и доходит ли она вообще. У нас есть документ, регламентирующий распределение гуманитарной помощи, это указ главы номер 58. Согласно данному регламенту, мы понимаем, какие категории получателей у нас есть, как часто они должны получать и в каком объеме. Вот это вот наши исходные точки, отталкиваясь от которых, мы можем понимать, каков уровень соцнапряженности на сегодняшний день у нас в республике. В процессе комиссии мы выявили, что действительно гуманитарную помощь выдают нашим людям. В первую очередь она уходит в больницы, в детские сады, в школы. И переоценить ту помощь, которую оказывает Российская Федерация, присылая к нам эту гуманитарную помощь, просто невозможно. Потому что в тот период, когда Украина полностью остановила выплаты и блокировала проезд машин с продуктами питания. Это был просто вопрос жизни и смерти. Разве можно было бы лечить наших раненых жителей, которые были под бомбежки, попадали, если бы не было медикаментов, не было перевязочного материала, которые также поступали с Российской Федерации? Это, в общем-то, вопрос жизни наших людей. И знаете, на сегодняшний день в детских садах питание абсолютно бесплатно для наших детей. И кормят гораздо лучше, чем кормили при Украине. Просто огромное спасибо и низкий поклон всем русским людям, всему русскому миру, которые собирали эту гуманитарную помощь. Я думаю, что они это делали с душой, с пониманием. И она действительно нам очень-очень была нужна, потому что та гуманитарная катастрофа, которая наступила благодаря Украине, мы бы ее не пережили без помощи Российской Федерации. Большое-большое спасибо каждому человеку, который принимал в этом участие, всем людям. Уважаемые соратники, организаторы этой прекрасной помощи, ваши белые КАМАЗы, белые ласточки мира, надежды и любви дали нам неоценимую помощь. Благодаря вам у наших людей была пища. Благодаря вам сегодня у наших людей есть кровь над головой. От всей души мы благодарим вас. Низкий вам поклон. Алина Черняева, Новороссия ТВ.